Привет, меня зовут Диана, и вы на моем канале Файбак. Стоп, неужели ты до сих пор не подписался на мой канал? А ну живо спускайся вниз и подписывайся. Сегодня, как по традиции, я вышла гулять со своей собакой. И как раз хочу заснять начало видео, так как я уже снимала похожее видео. Это продуктивный день летом. А сегодня я снимаю видео. Это мой обычный день летом. Я просто хочу показать, как же я его провожу. Первым делом, каждое утро, это как моя традиция, я выхожу гулять с собакой. Сегодня я вышла чуть позже, это 8:30. А так я обычно с ней выхожу гулять в 7 часов. Платье, оно супер нежное, вообще оно мне так нравится. Дальше новые босоножки, которые я очень долго искала и нашла, потому что в моем размере практически никакой обуви не было, но к счастью я нашла хотя бы такие. Ну и все остальное это было как уходовое, так как скоро я еду в лагерь. Это шампунь, это салфетки, это мыло и всякое такое, поэтому я потратила целых даже 3 часа, и я очень устала, особенно идти по жаре обратно, это была полная жесть. Сейчас я решила поплавать в бассейне. Те, кто смотрел мое первое видео, я говорила, что я занимаюсь плаванием, но не совсем профессионально, я туда хожу просто, чтобы поплавать. Кстати, плаваю я, ну я держусь на воде, но не прям такие супер быстро. На чемпионат по плаванию меня не надо брать. Поэтому я сейчас спаковываю рюкзак. Кстати, у меня нету прям профессиональной сумки, я использую такой старый школьный рюкзак. И спакуюсь и пойду. Сейчас я уже вышла и иду в бассейн. Вообще у меня были совсем другие планы, я не собиралась идти в бассейн, потому что я должна была идти гулять в парк, а так у меня сейчас планы вообще изменились, и гулять я, возможно, не иду, а заодно схожу в бассейн. Сейчас очень жаркая погода, хоть и передавали грозу, но на небе не облачко. Это просто шикарно для того, чтобы поплавать. Также я себе завязала вот такой пучок. Я не одеваю шапку для плавания, так как мне в ней очень неудобно и в ней нету смысла. Я надеюсь, что мне смоется мой цвет волос, так как я хочу перекраситься в новый. Сейчас я буду сушить голову, у меня очень хорошо смылся цвет, и я надеюсь, что через несколько таких походов он у меня окончательно смоется. Короче, даже если я забыла расческу, они не расчесаются. Капец. Не знаю, я, наверное, хочу с ним пойду. Я еще в бассейне потеряла резинку пружинки, у меня осталось только вот это. И то я ее в последний момент сломила, иначе бы она тоже уплыла. Короче, все, я уже выхожу из бассейна, я уже посушилась, и вот так, какой у меня цвет, но я еще полностью не просохла, и я вам покажу, какой цвет стал. Я в шоке. Все, я уже поплавала, я уже вышла с бассейна. Я, кстати, теперь проплываю дистанцию, ну, та, которую мне в бассейне за минуту 40, а раньше я плавала за 2 минуты 20. Идем на прогресс. Дальше я начинаю учиться прыгать щучкой, так как меня никто не учил. Я учусь сама, и мне достаточно страшно. Я еще упала пластом и ударилась в горло. Но, в принципе, вода — это камень.
как говорится. Сейчас я уже иду домой, там я покушаю и пойду гулять. Я уже вышла гулять, я одела вот это новое платье, а также розовые очки. И как вы уже видите, вот это мой цвет, который получился в итоге. Но еще пару таких, так сказать, купаний, и у меня будет мой цвет волос, который я тоже покрашу в розовый опять. Времени посадили очень много новых деревьев, прямо усажена ими вся аллея. И это очень классно, так как мы бережем природу. Тут от фонтана невероятный бриз, капец! Мы перешли на новый фонтан, и тут реально очень красиво. Сейчас я уже наконец-то пришла домой, так сказать. Как вы видите, я сейчас вышла на прогулку со своей собакой. Опять это вечерняя прогулка. Обычно я с ней гуляю целых 3 раза. Но так получилось, что сегодня только 2, так как днем я не могла. Сегодня вечером я планирую либо раскрасить картину по номерам, либо смотреть сериал. Ну, короче, я думаю, что я найду себе чем заняться. А вы оставайтесь со мной.